Поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче. Игра была непростая, даже счет был такой шаткий, да, в первом тайме. Все-таки за счет чего удалось выиграть эту встречу? На морально-волевых, скорее всего. Пришел нападающий, которого мы так долго искали. Пришел, показал, увидел, победил, как говорится. Ну, я думаю, не только сделал нападающий, наверное, и команда помогала. Команда мы выиграли. Началась игра в футбол. Начался пас, нет вот этого пожара, который начинался в первом туре. Все, ну, потихоньку стабильно начинаем играть по позициям. Все как хотелось, как мы и хотели, короче, получается. Ну, в целом, вот именно по сегодняшней игре, вот довольны действиями, допустим, защиты, которая все-таки умудрилась пропустить три мяча? Недоволен действием вратаря. Вратарь, конечно, ужасно сыграл. Пустил два нелепых. Защита, по мне так кажется, отыграла сегодня, ну, на 4, не на 5, на 4. Могли бы сыграть лучше, но сыграли как сыграли. Меня вполне устраивает результат, как капитана. Ну и команду, в принципе, то же самое устраивает результат на сегодняшней игре. Всем хочу сказать спасибо и сопернику, прежде всего. Соперник тоже выглядел очень хорошо в первом тайме. Потом что-то у них не получилось, где-то не догнали, не доборолись и упустили. Ну, такое, да, бывает в футболе. Поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Молодцы, и желаю дальше. Спасибо большое.